ВКонтакте. Триває Бабелівський тиждень, в рамках якого Всесвітньому клубі «Одеситів» презентував власний документальний фільм-екскурсію. Хто б міг подумати, відомий ерудіт, бард та гід Борис Бурда. Ми поговорили з автором та дізнались, який саме зв'язок має стрічка до одеського класика та за яким маршрутом він водить своїх гостей. Это моя практика экскурсовода, которую я получил благодаря собственному сыну. У него очень много знакомых, как личных, как и деловых, и он вечно просит меня то с одним из них, то с целой группой провести экскурсии. И вот Николас Загане, продюсер данного фильма, предложил мне заснять эту мою экскурсию. А мне показалось, что это не только экскурсия, это все-таки традиционный жанр, торжественное песнопение, гимн в честь нашего города. Вот все говорят «Одесса, Одесса». А что, собственно, в ней такого особенного? А одесские городские легенды, они или правдивы, или, знаете, очень уж хорошо придуманы, тоже помогают нам многое понять. Все, увертюра закончена. Идите за мной, смотрите и слушайте. По какому маршруту Борис Бурда водит экскурсию? Можете хотя бы места обозначить этой экскурсии? Да, а с чего конечно. Вы начинаете, чем заканчиваете? Начинаю я всегда с памятника Бабелю. Честно говоря, из удобства. Бабель – мой сосед. Наши дома через стеночку. А я с этого места начинаю водить людей по Одессе. Мы доходим до Пушкинской, проходим мимо филармонии, гостиницы «Красный», ходим до Дерибасовской, наверим к памятнику Дерибасу, выйдем на Приморский бульвар, не миновав литературного музея, пройдемся по бульвару, от памятника Дюку к памятнику Воронцову через Воронцовский дворец, потом по Гоголя, очень красивой улице с богатой историей, через Дом ученых, школу Столярского, обратно к Екатерине, через Полярояль к оперному театру, а дальше, если времени хватит. Це була редакція. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення. Редакція.